забили быстрый гол, хорошо разыграли, перед тем, как штрафной. А потом почему-то стали, я не знаю, играть не в тот футбол, который мы планировали сегодня играть. Начали очень академично перекатывать мяч, мало давления. И я считаю, что мне, например, минут 40 игры очень не понравилось в нашем исполнении первого тайма. А во втором тайме уже активизировались, пошли большими силами. Да, конечно, тоже могли и пропустить, не без этого. Но мы, я считаю, имели больше моментов, и я считаю, мы заслуженно победили. Спасибо. Ваши вопросы? Пожалуйста. Сергей Витальевич, Максим Устаков, трибуна. У Уроша четвертая голевая передача. Можете уже сказать, что его прорвало? Точно нет. Чтобы не сглазить. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Сорок сегодня был в заявке. В прошлом матче он сидел на скамейке. Чем это связано? Ну, потому что, я считаю, Макасин сегодня лучше готов, чем Антон Сорок. Пожалуйста. Сергей Витальевич, Сергей Мельник, кто знаком. В последнее время «Динамо» покинуло два топ-руководителя. Сначала Андрей Лабрик, затем Владимир Селимов. Вместе с Лабриком вы в «Локомотиве» играли, также работали в «Жотино». Вот его уход – это потеря для вас или нет? Ну, во-первых, не мне обсуждать, кого берут на работу в клуб, потому что я занимаюсь лично командой футболистов. Вот. А потери, не потери, покажет только время. А по игре будут вопросы? Девчат, да, пожалуйста. С чем связана замена Жавнешчика на Котенко? С чем связано? Ну, мне кажется, Макс еще окончательно не готов играть всю игру. Вот. А так как у Гомеля бы там Шрамченко быстрый, я видел, что немножко мы стали справа проседать. Это первое. То есть надо было выпускать защитника. Но я не хотел терять одну из замен. То есть мне надо было и центр поля усилить, освежить, и в то же время и в защите не потерять. Поэтому я, зная, что универсализм Саши Найка, я Найка опустил в правую зону. Вот, а Копленко выпустил центр. Спасибо. Дмитрий Сеструк, Футболбай. Сергей Витальевич, скажите, пожалуйста, Яхая боится бить по воротам? Или то есть это какая-то установка, что? Потому что человек уже не первый раз проходит сразу несколько футболистов, но вместо удара отдает пас. Ну, я считаю, эту передачу, которую он отдал, там игрок был в хорошей позиции, и атаку он умеет, хорошо бьет, особенно головой. Сергей Витальевич, по нашей информации, по информации трибуны, уход Лаврика связан с некоторыми кадровыми решениями, которых вы настояли. Молодой человек, я же вам уже сказал, я же все сказал на ваш первый вопрос. Да. Ну. Окей. По футболистам по-любому. Андрей Лаврик, ну, уже не футболист, правильно? А, ну я же про футболистов.